зовут Евгения Филиппова, мне 31 год. У меня высшее экономическое образование, и в данный момент я работаю по своей профессии на ММК МИТИС, управлении финансовой экономики, ведущим экономистом. Я не замужем, детей нет. Сегодня вы очутились в телевизионном проекте «Преображение». Что вас сюда привело? Привел интерес. Я думаю, что иногда нам не хватает взгляда со стороны, и мне бы хотелось его получить, тем более это будет взгляд профессионалов. Интересно будет увидеть, что же они для меня придумали. Вам вот это перевоплощение важно самой лично, вот посмотреть на себя со стороны, как-то самооценку повысить? Или все-таки взгляды окружающих для вас тоже важны, в том числе и коллег по работе? Знаете, я думаю, что здесь все вместе комплексно. Ну, конечно же, в первую очередь для себя. Увидеть себя другой, чтобы быть разной, может быть, что-то новое в себе открыть. Ну и, конечно же, уловить взгляды окружающих, коллег, друзей, знакомых, какие-то комплименты новые, получить новые эмоции. Я пригласила вас в торговый центр «Снеговик». Сегодня на улице холодно, уже морозно, настоящая такая русская зима. И нам, конечно же, хочется утеплиться. И тем более, что если вы вот оставили до последнего, не купили что-то теплое, интересное, такое согревающее в морозы, то вам дорога именно сюда, в торговый центр «Снеговик», потому что здесь ассортимент огромен. И сегодня вы непременно что-то найдете себе по душе. Тем более, что на зимнюю всю коллекцию действует здесь скидка 50%. Пуховики сегодня предлагают дизайнеры не только красивые, не только современные, но еще и комфортные и качественные. И уже ушло то время, когда пуховик считался, ну, таким обыкновенным, да, предметом верхней одежды. Сегодня пуховики – это, можно сказать, такая нарядная, элегантная одежда и в то же время согревающая, не придающая дополнительных объемов, но в то же время все эти пуховики наполнены современными материалами, которые вас согреют даже в самый лютый мороз, до минус 30 градусов. Евгения, по какому принципу вы выбираете верхнюю одежду? Я думаю, что самое главное, чтобы было удобно и тепло, конечно же, в нашем климате. Ну и любой девочке хочется выглядеть красивой, поэтому красота тоже имеет значение. Красота и комфорт. Вот сегодня все пуховые пальто, они уходят в длину, то есть они длинные такие, что максимально прикрывают ножки, чтобы мы не замерзали и не поддували нам холодные ветра. Ну и, разумеется, ничего лишнего нет вот на этих изделиях. Глубокий, комфортный такой капюшон. Как вам? Что скажете про эту модель? Мне нравится. Мне кажется, такой нейтральный цвет. Можно подобрать любые аксессуары, как-то освежить яркими аксессуарами. Шарф, шапка. И мне нравится то, что он такой длинный, прикрывает все, что нужно в холодное время года. И сейчас, я думаю, как раз такая длина очень актуальна. Полностью насладиться холодным временем года не получится без активных каких-то мероприятий на свежем морозном воздухе. И здесь, конечно же, нам в помощь горнолыжные костюмы. Ну а чтобы правильно выбрать такой костюм, прежде всего нужно обратить внимание на ткань. Она не должна промокать снаружи и должна быстро высыхать как снаружи, так и изнутри. Горнолыжный костюм должен выступать таким борцом против скуки и всех серых наших будней. А это значит, что нужно обращать внимание на расцветку. Что касается торгового центра «Снеговик», то сегодня вот нужно успеть. Здесь огромный ассортимент горнолыжных костюмов, как мужских, так и женских. И они с каждым днем их становятся все меньше и меньше, потому что жители Магнитогорска их разбирают, поэтому нужно поспешить за покупкой. Я думаю, что в вашем гардеробе есть горнолыжный костюм, и еще один вам не помешает, да, потому что вы девушка активная. Есть, но он уже такой старенький, поживший, поэтому не помешал бы, я думаю, освежить, тем поле здесь. Такие цвета красивые, мне очень нравятся. Поднимает настроение как раз для занятий спортом, чтобы настроиться на хороший спортивный лад. Ну и хорошо провести ей предстоящие новогодние каникулы в том числе.
Ну и, конечно, классика – это парка, который сегодня тоже предлагает торговый центр «Снеговик». Чем парка отличается от других курток? Ну, прежде всего, это удлиненный силуэт, прямой крой, капюшон, отороченный мехом обязательно, ткань очень плотная, но в то же время дышащая, кулиски со шнурками, которые вот утягивают куртку на талии. Ну и самое главное – это наличие карманов, потому что все-таки парка пришла к нам из военного гардероба, и множество карманов на парке – это ее отличительная черта. Я думаю, что это удобный вариант на каждый день, чтобы надеть и не задумываться ни о чем. Что тебе... Что было удобно. Да, что было удобно. И, опять же, это на все случаи жизни. Да. И на работу можно пойти, и свободное время провести с удовольствием. Замечу еще раз, что торговый центр «Снеговик» сегодня пестрит скидками, особенно на зимнюю одежду. Здесь можно купить пуховик, как мужской, так и женский, от 4000 рублей. Поэтому нужно поспешить, пока еще до Нового года есть такая возможность. Зима на пороге, пропали дороги и пляшут чечетку ноги. С утра погода печалит, минус по Цельсию, пора доставать из шкафа дубленки, коньки и шапки, обматываться цветным шарфом, а может быть шарфом. Это лето выдалось у меня очень насыщенным. Я участвовала в конкурсе «Королева спорта». Эмоций куча, впечатлений тоже. И, так скажем, последствия этого конкурса до сих пор меня преследуют. Одно из таких знаковых событий, так скажем, было прыжок с тарзанки 50 метров. Это первый конкурс в вашей жизни был? Да, это был первый конкурс. Вообще никогда ни в чем подобном не участвовала, но как-то так спонтанно получилось, что заманили меня сюда коллеги. Но я об этом нисколько не жалею, тем более, что наша команда получила призовое 3-е место. Самое главное, что я приобрела для себя новые знакомства и новые друзья. У нашей сегодняшней героини не так все плачевно, как бывает в некоторых случаях. Ей просто хочется на себя посмотреть с другого ракурса, чтобы мы вот что-то ей предложили этакое. Но я, в свою очередь, считаю, что ей вот не хватает какой-то дерзости. Да, наверное, в образе вот какой-то такой вольности. И мы, наверное, в этом направлении пойдем сегодня, да? Да, для Евгении мы предлагаем окрашивание в современной технике «Шатуш». Она создаст нам мягкие, красивые переходы от натуральных корней к длине. Очень красиво будет отрастать. Оттенок создадим светлый коричнево-фиолетовый нюанс. Этот цвет даст возможность проявить себя. В стрижке мы, ну, по возможности оставим ей длину. Это было пожелание нашей участницы. Мы учтем ее пожелание. Образ дополнит современная такая небрежная дерзкая укладка и безупречный макияж. Подскажем, направим, какие-то моменты восполним. А в целом Евгения молодец, молодая девушка, современная. Да, заметно, что умеет пользоваться косметикой декоративной. Поэтому мы немножечко подчеркнем, что-то немножечко изменим. Ну, Анастасия просто подскажет вам тот макияж, который именно вам к лицу. Я думаю, что все равно какие-то есть нюансы, которые вы сегодня для себя откроете. Мы будем кардинально менять ваш образ. Вы готовы к этому? Ну, немножко, конечно, страшно и волнительно. Александра Курманбаева, парикмахер «Универсал» салона «Лориен». Прошла курсы теории большого цвета, основы колористики. Любит создавать обалденные цвета на волосах и наблюдать за сияющим взглядом клиентов. Ведь они сияют не только снаружи, но и внутри. Образ в большинстве времени был вот такой, какая я сейчас. Как сейчас? Это вам удобно? Или вы считаете, что это вот оптимальный вариант, который вас красит? Знаете, наверное, все вместе и удобно, и в большей степени, наверное, я бы сказала, что привычно. Поэтому мне хотелось бы увидеть на себе что-то новое, что я сама на себе не представляю. Анастасия Маврина, визажи салона «Лориен», выпускница мастерской стиля Веры Лихобаба.
Дипломированный визажист, постоянно повышающий квалификацию ведущих мэтров макияжа международного уровня. «Для меня с самого первого дня работы, — говорит Анастасия, — это больше, чем макияж. Я хочу дарить людям ощущение раскрепощенности, удовольствия с собой». На работу принято у вас, как вы вообще приходите, макияж, там, одежда для вас, вот это важно, как вы входите в свой офис? Вообще привыкла на работу ходить, так сказать, при параде, чтобы чувствовать себя уверенно, тогда как-то и думается, и работается лучше. В работе что вы находите для себя интересного, ну и вообще с радостью каждый день идете туда? Ну, работу свою я люблю, у нас очень хороший коллектив, наверное, это такая основная составляющая того, что нравится в работе, это общение с людьми, потому что там у меня не только коллеги, но и друзья, с которыми мы общаемся за пределами работы. Сама работа интересная, тем более, что вот последний год я занимаюсь для себя абсолютно новой работой, поэтому у меня такое, наверное, второе дыхание открылось. Я не представляю, что меня ждет, и, наверное, в этом весь кайф. Мы уже вдоволь налюбовались вашим образом, Евгений, и теперь нам не терпится увидеть вашу реакцию. На счет три открывайте глазки. Раз, два, три. Ничего себе! Ну, для меня это очень необычно. Я думаю, что вау-эффект мы достигли. Макияж, волосы, мне все нравятся. Как сделать красивую девушку еще привлекательнее? Это задача для профессионалов, и для них нет никаких преград в этом вопросе, потому что вы и так, конечно, лучезарная и красивая пришли к нам в проект, но вы пришли за тем, чтобы на вас взглянули с другой стороны и предложили вам что-то эдакое. Александра, почему именно такой вот выбор? Ну, данное окрашивание будет очень хорошо отрастать, не требовать частого обновления, так как мы оставили натуральные корни. Такой вид окрашивания очень хорошо придает объем прическе и волосам. Ну, а в домашних условиях Евгения тоже сможет поддерживать эту красоту. Да, вы все законспектировали, да, все запомнили, как эту красоту поддерживать. А вот эти вот подбритые височки. Это такой изюминка. Ну, мы разговаривали в процессе, Евгения сказала, я бы хотела, но сама бы никогда не решилась. Тут такой шанс вам выпал. Евгения сама очень хорошо владеет кистями, знает, что такое декоративный макияж, поэтому ей не составит труда за собой ухаживать в дальнейшем и преображать. Ну, то есть предложили вам вот тот макияж, который именно ваш? Да? Это вот то, что вас делает краше, делает интереснее. Евгения сказала, что в людях она ценит честность. Мы оправдали ваше доверие, оказались честны. Мы показали вам совершенно другую девушку, но это красивая девушка. И хотим, чтобы вы этот образ несли далее по жизни. Теперь покажем, вот какой вы к нам пришли сюда сегодня и к какому образу стремились. Шла вот такая работа. Я понимаю, что по ходу, да, по ходу еще возникали какие-то моменты, были расставлены акценты, но самое главное – результат, которого мы добились. Классно. Кафе – тот случай, когда посещение кафе – нечто большее, чем возможность перекусить или поговорить за чашечкой кофе. Магнитогорское ЧБ-кафе на улице Комсомольской напомнит о детстве и любви к разукрашкам. Все помещение внутри выглядит как нарисованное. Такого эффекта создателям удалось добиться с помощью белой краски и черных линий, которые делают изображение объемным. В меню ЧБ-кафе – кофейная классика, молочные коктейли, вкусный чай. Из еды – маковый яблочный штрудель, торты, чизкейки и маффины. Для проведения фотосессий, мастер-классов, семейных мероприятий можно воспользоваться услугой аренды. Это прекрасный шанс выпить чашечку кофе в 2D-мире и заодно сделать эффектную фотографию. Меня зовут Николаева Анастасия, сегодня я ваш фотограф.
Ты, наверное, обратила, да, внимание, что здесь так все нарисовано? Будешь как в картинке. Вставай, смотри. Сейчас будет полный рост. Руку на талию. Да, именно где талия, а не где бедро. Нога, которая к фотографу, она согнутая, коленку на меня. Да, и чуть, вот чуть-чуть. Вот, да. Красотка. Анастасия Николаева фотографией интересовалась всегда, еще с юности. В ее руках всегда был объектив, и куда бы она ни пришла, всегда снимала людей. Съемка женского портрета – страсть Анастасии. Любит показать женщину со всех ее красивых ракурсов. На съемках Анастасии Николаевой женщины раскрепощаются и уходят окрыленные. Их самооценка становится выше. Снимает и большие группы людей, семьи и коллективы. Более 10 лет профессионально работает в студиях города и городских локаций. Обучает позированию, съемки на мобильный и наставляет юных фотографов на путь истинной фотодели. Ой, улыбка, обалдеть, на миллион долларов. Смотри, вот ты улыбаешься, да? Когда наигранно и смеешься, это сразу видно. Проще на выдохе это делать, то есть, ой, да что вы говорите? Ну, то есть ты все на выдохе делаешь, и тогда у тебя плечи расслабляются, и вот эта часть тоже расслабляется. Замечательно, ну ты вообще бомба. И теперь возьми лацкан. Вот здесь вот. Угу. И прям пококетничай со мной взглядом, давай. И Женя просто бомба. Ну, еще глаза почти везде открыты, это у меня проблема. С открытыми глазами проблема? Да, с закрытыми всегда. А, ты всегда моргаешь? Да. Нет, тут есть хорошие кадры. Женя, я понимаю. Конфета. Красавица, кукла. Что, нам тоже целоваться? Вот, Женек, я так думала, что же с ней сделают такого? Вот так и хотела. Ну, чертовщинки какой-то ей не хватает. А вы видели? Вот всегда, я так еще думала, думаю, ну такая девочка всегда хорошая, такая прилежная, правильная. Думаю, чертовщинки надо. Вот она и случилась. То есть мы правильно поступили, мы прочувствовали то, что ей вот не хватало какой-то такой дерзости в образе, да? Да, я еще думаю, красотка, куда деваться от красоты такой? Все при ней. Евгения, не пожалели, что пришли Нет, в проект преображения? Нет, столько эмоций, столько впечатлений. На всю жизнь хватит, это точно. Новый образ тебя освежает, дополняет и приумножает. Все твои новая грань появилась. Мне очень понравилось. И хочется сказать огромное спасибо всей команде, mm-hmm. которая работала с Женей, что у нас такой взрыв эмоций. Спасибо вам большое. А всем вам, уважаемые телезрители, если вы еще не преобразились, мы, конечно же, поможем в нашем телевизионном проекте «Преображение».